Crazy.
times have I said I would quit? But every night, you light me up like my last cigarette. With you by my side, I don't really care what the neighbors might think. Cause I'll be alright, as long as I'm leaving with you. I came with the hard times, but you brought the good times. You made my life brighter, brighter. I found my way, you're only gonna love me. You're never gonna judge me. Now I'm climbing higher, higher, every day. We'll be right back.
Bye.
что такое мода? Мода – это проявление себя в одежде. Мода и стиль – это одно и то же? Нет, абсолютно не одно и то же. Мода – это мода, то есть это все как пшик. А стиль – это вне времени. Можно быть стильным, одетым не по моде, но быть очень стильным. И то же самое с модой. Можно быть безумно модным, но абсолютно не стильным. Какой показ вам запомнился больше всего? Ну, с недели моды в Москве мне запомнился больше всего показ, конечно, Геннадия Горбачева. И вот сейчас, в котором я принимаю участие, это показ изделий меховых крымской меховой фабрики. Я сегодня принимаю участие. Я приобрел у них прекрасную шубу к лету. Прохор, вы пробовали создать свою коллекцию? Ну нет, я далек от производства одежды, я не умею, у меня такого таланта нет. Это нужно все-таки иметь талант. Я человек совестливый, и абы что я создавать не буду. Если говорить о моде, что сейчас в приоритете, на ваш взгляд? Подделки. Подделки, Дубровка хорошо работает, рынок прекрасно. И я всех вас приглашаю на рынки, потому что оригинальные вещи стоят очень дорого. И в сегодняшний день неприлично покупать оригиналы за такие безумные деньги. Потому что сразу вопрос, где происхождение этих денег. Поэтому лучше ходить в подделках, да, с чистой совестью, чем в оригиналах дорогих, да к Богу потом не пустят. Как эти деньги люди зарабатывают. Костюмы, в которые вы ходите, вы делаете сами или вам помогает стилист? В основном я участвую в показах и договариваюсь с дизайнерами о той или ином сотрудничестве. Но так или иначе, все-таки стилист самый главный, сам себе я. В общем-то, я люблю комфортную одежду в жизни, не привлекающую особого внимания. На сцену я люблю одеться поярче, но со временем понимаю, что мужчина, артист, если он король, не обязательно быть шутом гороховым, при этом одевать на себя нелепые одежды, короны в том числе. Мужчина, король – это невидимая корона. Посмотрите, как скромно одевается наш президент. Однако же его боится весь мир, уважает и равняется. Я считаю, что мужчина настоящий не должен быть шутом. Он должен быть стильным, строгим даже на сцене. Все великие артисты – Федор Шаляпин, Муслим Магомаев – они никогда не были мартышками в плане одежды. Вы понимаете, на кого я намекаю. Поэтому я тоже поддался на эту моду, у меня были стразы. Сейчас я стараюсь исключить все это со сцены. Надо быть модным, стильным, так, чтобы мир не смеялся над тобой. Вот если случайно американец там или японец включит и увидит тебя, чтобы это не вызывало смех. Когда дело сделано, что вы предпочитаете? Ресторан, клуб, книга или ванна? Бурный секс, деточка, бурный секс. Лучшее, что может быть для человека. Вот, да, поэтому вот Евгения стоит. Она тоже любит бурный секс. Спасибо.